Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых популярных мифах о ежах. Очаровательные ежи – животные, которые окружены десятками мифов. Кто-то считает, что эти млекопитающие питаются ягодами и грибами, кто-то, что их иголки ядовиты, а кто-то приписывает ежам медлительность. Попробуем разобраться, насколько правдивы самые распространенные мифы о ежах. Еж носит на своих иголках грибы и ягоды, которые составляют основу его рациона. Это, пожалуй, самый распространенный миф о ежах. В детских книжках изображение ежика, несущего ягоды и грибы на иголках, не редкость. Однако такие картинки не имеют ничего общего с действительностью. Основу питания ежа составляют насекомые, а не ягоды и грибы. А вот что касается иголок, то носит на них еж только мох и сухие листья, и то, когда приходит пора утеплять нору на зиму. Еж – это грызун. Таков второй популярный миф. Ежи не имеют никакого отношения к грызунам. Они млекопитающие из семейства ежовых. Иголки ежа ядовитые – еще один популярный миф. На самом деле иголки ежа не содержат яда и опасны могут быть совершенно из-за другого. Дело в том, что в иглы ежа часто забираются клещи. За весенний сезон это животное может перенести на себе десятки тысяч иксодовых клещей. Еж активен по ночам, а днем спит. Четвертый миф. На самом деле еж спит 3-4 часа, затем бодрствует 2-3 часа. Активность этого млекопитающего не зависит от времени суток. Еж может быть энергичным как днем, так и ночью. Еж – медлительное животное. Еще одно неправдивое утверждение об этих млекопитающих. В случае опасности ежики могут сворачиваться в клубок за считанные секунды. Они отлично плавают и хорошо прыгают. Да, развить такую скорость, чтобы убежать от человека, у них не получится, но чтобы настигнуть свою добычу – вполне. Таковы популярные мифы о ежах, которые хоть и распространены среди людей, все же мало соответствуют действительности. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!